Бресте шикарная погода, хочу сказать, футбольная, но не скажу, потому что эти Александр Филонович, номер 21, Артем Забун, номер 22. Будут играть в два опорника, ну посмотрим сейчас, друзья. В дубле в своем возрасте Кирилл Премудров играл опорника, и вы знаете... Даже играл удар, друзья, да, надо забивать. Шикарный момент сейчас был. Детализировать, отвлекаться, ну, вы прекрасно понимаете, что и Премудров. Вот, хороший заброс. Классный пас, браво, пенальти. 100% пенальти. 100% должен, или желтая карточка. Ну, друзья, не знаю, что так правильнее сказать. Евгений Костюкевич сумел со своей половины выбить этот мяч и удар! Вот это да! Вы помните, что было и в Бресте. Буквально два матча подряд, не исключен вариант. Вариант и здесь такой же. И что же? Удар! Да, друзья! Артем Белевский! В ширине атаки. Игроки знали, что делать. Удар и гол! Капитан Брестского «Динамо» Павел Сидько поражает ворота наших гостей. И команда «Динамо» Брест выходит вперед. Трибуны поддерживают свою любимую команду. Вы знаете, несмотря... Динамики нету, но есть вот это разумное... Смотрите, как классно! Смотрите, что делается! Смотрите, что творят! Смотрите! Да, классно все, но и вратарь молодец сейчас. Высокий Антон Шунто, я как-то... Так любят футбол и создают команды, по сути дела, из ничего, да? Напомню, что команда сумела сразу же с первого захода после создания в 2014 году выйти из второй лиги в первую, а затем из первой. Удар! Классный удар! Да, но рядом со штангой. Пирянин, знаю, что часть акций, почти пятая часть. Удар! Да, мягче. Должен был Александр Вуячич перебрасывать. Без скорости рядом с ним были защитники, поэтому с Вуячичем, поэтому бесперспективно. Удар на месте Малерб. Карьера это начало нового отрезка в биографии футболиста. Это помогает. Ой-ой-ой-ой-ой, если бы час пропустил спиной, какой забег был. Удар, Антон Шунто на месте. Классно, молодцы, все, опять нарушение. И сейчас уже будет карточка. Одно, по-моему, один и тот же игрок. Только что сыграл, да, по позиции в ногу. Осачук, вы сейчас на Кирилле Премудром. Опять же, Премудровей, извините. Нарушили правила, и, соответственно, горчичник был показан судьей вот в этой лимонной форме. Ай, классно, как и гол, друзья, это гол! Это 2-0, но почему я... Мне просто интересно, от защитника это? Или же, давайте посмотрим, защитника или от нападающего? Нет. Исполняют стандарты. Наброс! Ну что? Круга до травмы он исполнял именно функции капитана. Так, Милевский. Харкак, ну красавец! Ай-яй-яй! Рядом со штангой! Я думаю, правы здесь, когда пишут в прессе, не было вне игры. Ну что, что ж ты будешь делать, а, ребята? Решили усиливать вот эту атакующую мощь вместо Кирилла Премудрова. И первое, я напомню, уже есть это кубок этого года. Нивалду проходит, и что же сделает Нивалду? Ну, ой-ой-ой-ой!
Вы видели, как этот кругляш кожаный облизал эту перекладину и не захотел вваливаться внутрь сетки? Удар! Я-я-яй! Вот это да! Еще одна штанга! А давайте мы вас пробьем на крепость! И крепость! Включится Италия, серия. А, вот. Да. И что же? За игру рукой а-ля Марадона не прошла, а мяч перепрыгивал через Желе Фомие. Он увидел перед собой горчичник. Выбрасывают мяч за пределы поля. И вот сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! Ну что делать, когда не везет? Да, Ривальдо Вилла, тем не менее, по уходящему мячу. И обошли, несмотря на... 3-0 в пользу Брестского Динамо. Роман Василюк с мячом. Да, удар! Из-под защитника! Павел Нехайчик орудует с этим мячом. Пробрасывал себе, но слишком уж много игроков было. Итак, финальный свисток фиксирует победу Брестского Динамо с крупным счетом 3-0. Свой очень умный, рациональный, командный организм.